Дорогие друзья, данная заруба снята на АЗС Circle K при поддержке компании Rusholtz, дистрибьютора кофейных машин WMF. Кофейные машины WMF используются в кафе, офисах, отелях и ресторанах по всему миру и готовят самый лучший кофе для настоящих ценителей. Подписывайтесь на канал Rusholtz на Facebook, чтобы быть в курсе всех заруб, которые World Export проводит на территориях АЗС и парковках гипермаркетов. Итак, встречайте! Мастер спорта по пауэрлифтингу, серебряный призер Кубка Северо-Западного федерального округа и международного гран-при по кросслифтингу. Из клуба «Кросстронг 24» Мария Сердюченко! Призер региональных турниров по кроссфиту из клуба «Север Кроссфит» Елена Цветкова! А судив сегодняшнюю зарубу, я приглашаю Ашот Сарксяна и Иманта Пальчитиса! Итак, небольшое вступление. Девушкам предстоит выполнить 20 трастеров штанги 40 кг, 20 подтягиваний, 20 рывков гантели 20 кг, 20 подъемов носков к перекладине и 15 забросов вот такого вот слэмбола 30-килограммового на ящик. Итак, я хочу спросить, зрители, готовы? Ответы готовы? Тогда я даю обратный отсчет. Итак, 3, 2, 1, старт! А где ваши ладони? Где ваши тряпки? Давайте, девчонки! И Мария заканчивает трассер и переходит в подтягивание. Я напомню, 20 подтягиваний на турнике. И Елена тоже выходит на подтягивание. Этот стиль называется «Батерфляй».
женщин. Четыре цветкова. Коля, вместе считай! Борис Евгеньченко, еще два повторения. Лена приступает 15 и забросов свернула 30 килограмм на тумбу. Давай, Лена, давай, Север! Почему так тихо? Совсем немножко, давай, Лена, давай! 12! Вместе считаем! 14! Еще 6! Еще 4, Лена, давай, давай! Уже не первый раз. Вот она так нежно гладит наш инвентарь. И я хочу пригласить для награждения наших официальных лиц. Где наши подарки, сертификаты? Мария, куда же вы пошли-то? Вы сюда вставайте, пожалуйста. Вы своей сопернице руку-то пожали. А вот целоваться будете? Девчонки молодцы, хорошо, и я вручаю Марии вот такую памятную плакетку победительницы Vortex of New Generation от компании Vortex Battle и Circle Game. И сертификат номиналом 10 тысяч рублей от компании Vortex Sport и Circle Game. Да, Елену! Прошу прощения. Еще Мария вручает, конечно же, памятные призы.